Россия заинтересована в преодолении нынешнего кризиса, и мы считаем, что вот в такой сложный период весьма и весьма востребованы ваши, господин генеральный директор, богатый опыт и умение искать консенсус, слышать позиции и подходы всех государств и помогать находить компромиссы. Мы убеждены, что только так, через объединение усилий всех стран, осознающих глубину проблем, можно оздоровить обстановку в Организации по запрещению химического оружия и вернуть эту организацию, ее работу в нормальное консенсусное русло без какой-либо политизации. Если вы... The feeling when I will leave will... I'm here with a feeling. I feel a great honor to be here in Moscow and to be able to work with Minister Lavrov to face the new challenges that the world is facing. And of course, the OPCW cannot be an exception. Russia has had an extremely important role in the negotiation of the convention, the treaty that based the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. And Russia has had always an important and positive role during those 22 years of successful task of this organization.